обмелело совсем, чудо чудское. Вот здесь мы купались, вон здесь был пляж, вот здесь снимал я, вот, и она ушла, вода. Ну сколько, месяц и 17 дней здесь не был. А там то ли утки, то ли какие-то еще звери. Ну, не звери, а какие-то, да, утки. Или вороны, не видно отсюда. Вот. То есть совсем вода, водичка ушла, но придет. Это уже каждый раз такая история. Сколько. Поэтому воды здесь. Эстонцы, наверное, выпили воду. Поэтому вот какой прекрасный закат. Красотища. Так что. Вот. Темновато, конечно, уже. Вот такие песчаники, вот они выходят из воды. Но все равно красиво. Прохладно, конечно, но днем-то тепло было. А я доехал пока. Уже, конечно, можно искупаться, но было бы тепло. Сейчас я вот даже свитер одел. Еще забыл эту карту от экшн-камеры, поэтому снимаю на телефон. Вот она. Спицына родное. Уже родное. Люблю его. Вон там вышка, погранцы. Люди гуляют. А волна идет, все равно идет. Шум, шум моря. Что тихо, спокойно, свежий воздух. Очень поэтично здесь. Очень классно. Можно, конечно, по водичке походить. Это, может, так и сделаю. Вон люди ходят по водичке, ничего. Нормально. Там чудское подворье. Там какая-то тусовка. Что-то орут, визжат, как обычно. Вот. Вот так вот. Ну ладненько, всем пока.